У нас нет оснований отменить сегодня парад Победы. Но я уверен, мы достойно его проведем. И я абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей. Сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы лечим людей, как мы себя ведем в этой сложной обстановке. Но я всегда говорю, каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация. Поэтому, если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не настолько глупы, чтобы, вот, знаете, становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь, вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел. Просто мы организовались, вся страна, для того, чтобы победить это несчастье. В основном это паника, это инфодемия.